Кто-то делает масштабные вещи, кто-то делает, наоборот, макро вещи. Вот я скорее ко второму отношусь. То есть у меня интересные проекты, это оформление дорогих автомобилей каких-нибудь, там, дорогих офисов разных очень известных компаний. На самом деле про эту местность уже давно я там со своей женой еще разговаривал, что хочется приехать сюда с палатками где-нибудь отдохнуть там и так далее. И тут просто мне пишут, что мы хотим вас пригласить сюда на фестиваль. Я говорю, ну да, давайте, я с радостью приеду. На разведку, это называется на разведку съеду. Mm-hmm. То есть в скором времени, скорее всего, уже всем семейством сюда за... Ну, связь это, я так понимаю, через Пашу все-таки, конечно, да? Через Пашу. Угу. Но он как ключевая фигура здесь, в этом городе. Угу. В каждом городе есть свой персонаж, который отвечает за граффити движения во всем городе. Вот он один из тех, кто отвечает здесь за это. Угу.